все-таки у нас остался лингвистический вопрос. Вы поняли, что все мы прошли за нашу долгую, кого-то не очень долгую жизнь, кто-то у нас есть десятилетний, например, слушатель, у них еще все впереди. Мы испробовали массу профессий, но остался у нас вопрос, кем я только не работал или кем я только не работал? Да, мы специально, опубликовали опросник в нашей группе, в нашем телеграм-канале.